Всем привет, с вами Юля, и сегодняшнее видео будет о контурирующем Китти от Анастасии Беверли Хиллз. И вот как он выглядит. Он у меня немножко зацапанный, то есть вот внутренность этого кита. Я вам не могу сказать, какие здесь у меня идут цвета, но то есть это стандартный кит. Есть еще много других расцветок, но их надо покупать и дополнительно... Как бы вот здесь, то есть вы можете вытянуть, что вам не нравится, и засунуть то, что вам нравится. Этот кит стоит, по-моему, $45, если я не ошибаюсь. И здесь идет 3 светлых цвета и 3 темных цвета. Светлые цвета идут вот такой вот обычный цвет, я бы сказала, легкой светлой пудрой. Потом цвет с желтым оттоном и вот это хайлайтер. То есть... Вот, видите, какой он придает немножечко блеск. И внизу цвета, которые идеально подходят для контурирования. То есть вот этот цвет такой серый, можно сказать. Этот немножко уже рыжее. И этот вообще рыжий, который хорошо служит как бронз. Этой палеткой вы можете как контурировать лицо, так и создать полный макияж. Просто используя эту палетку. И сегодня специально, чтобы это продемонстрировать, я нанесла на свое лицо Smashbox Photo Finish. Потом я нанесла Smashbox BB Cream. Все это я наносила своим Beauty Blender. И больше на лице у меня сейчас нету абсолютно ничего. Что я буду использовать для контурирования, скажем так, и для макияжа? Я буду использовать свои новые кисточки от Sonia Kashuk. И также я буду использовать вот такую вот кабуки щеточку. И в принципе, и щеточку для бровей. Еще я нанесу на лицо, не на лицо, на глаза я нанесу праймер, чтобы тени лучше стояли. Вот. Праймер я использую, мой любимый праймер от Maybelline Color Tattoo. То есть, как я уже говорила, это не праймер, это просто обычные тени. Но они отлично работают как праймер. И я просто использую пальцы для того, чтобы их наносить. То есть ничего особенного. Так, глазки готовы. Потом я люблю, чтобы чуть призакрыть глаза, чтобы оно немножечко просохло. И мы готовы. Итак, первым я буду наносить на свои скулы вот этот вот цвет. Для этого я беру вот такую вот щеточку, видите, она как бы с изгибом, и набираю немножко цвета. Эти щетки Sonia Kashuk, они очень-очень мягкие, вот, и приступим. То есть вы щупаете своим пальчиком, где кончается косточка вашей щеки. Поймите еще, что это видео я не учу вас контурировать, я просто хочу показать, что можно сделать с этой прекрасной палеткой. Так, нанесли. Не бойтесь, что как бы так чуть-чуть сильно много. Это не страшно. Нанесли здесь. А если у вас немножечко такой второй подбородок, как у меня, то вы можете нанести еще вот здесь. Вот. И потом я беру мою кабуки браш, кабуки щетку, и начинаю это все растирать круговыми движениями. И наносите, то есть делайте круговые движения как бы вверх, а не вниз. То есть не в эту сторону, а вот так. Вот. И видим, что получилось. То есть такие уже у нас получились скулы. Потом я возьму еще вот такую вот щеточку поменьше, и я пройдусь около своего носа. Отлично. Теперь я возьму цвет, который немножечко с рыжинкой, и сделаю такой по всему лицу легкий бронзер. Вот, следующее пойдет в ход
вот этот банановый цвет, он из-за того, что он такой желтый, он отлично перебивает синий цвет под глазами. Я возьму сначала вот такую обычную большую щеточку, вот, и нанесу его под оба глаза. Немножечко еще. Вот, потом я возьму вот этот белый цвет, то есть цвет такой светлой-светлой пудры, и нанесу его на вот это место, то есть под нашими скулами и вокруг рта, чтобы приподнять уголочки рта. А также нанесу его на серединку лба. Следующим у нас пойдет вход наш хайлайтер. И хайлайтер я буду наносить второй вот такой вот щеточкой, только уже чистой. И хайлайтер это в этой палетке находится вот здесь. И мне кажется, что хайлайтер из этой палетки это мой самый-самый любимый предмет здесь. Так, взбиваем кисточку и наносим. Видите, да, сразу как цвет начал падать. Вот, также я нанесу хайлайтер на спинку носа, вот сюда, и чуть-чуть на бороду. Следующее, чтобы наши губки казались немножечко больше, я нанесу темный цвет под нижнюю губу. Также я нанесу темный цвет в изгиб глаза. Вот, потом я возьму хайлайтер и кисточку поменьше и нанесу под брову, под бровь, под брову, и нанесу его под бровь. Также я возьму вот такую вот маленькую кисточку и использую любой из темных теней и не теней из темных тонов Анастасии Беверли Хиллз и проведу нижнюю линию. Вот, также я сделаю маленькую-маленькую стрелочку. Вот. Следующим, что я сделаю, я расчешу свои бровки. Ну, в принципе, и все. То есть вы видите, что единственное, чего мне теперь не хватает, это туши для ресниц и помады, и ваш макияж готов. И все, что для этого мне понадобилось, это палетка Анастасия Беверли Хиллз. И именно из-за этого я ее люблю, что если я спешу, я могу вытянуть одну палетку и накраситься одним предметом и сделать абсолютно все, что мне надо для лица. А также, если вы любите щечки порозовее, вы, конечно же, добавите румян. Все, я надеюсь, вам это видео понравилось. Я вас всех люблю.